Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Миланчик балдеет у бабушки, мы тоже решили сильно не скучать. Вчера мы были в Pont-au-Mer, а сегодня отправляемся в новое путешествие. Да, зайка? Видите, какой вот у меня мальчик маленький получился. Очень люблю рубашечки на мальчиках, поэтому мы сегодня в рубашечке. Ну что, надеюсь, вам будет интересно. Поехали! Меня сейчас переполняет чувство радости, потому что мы находимся, ребята, в городе Фикам. Я давно хотела сюда доехать, но, скажу вам честно, первый раз нахожусь здесь. С туристами моими мы тоже здесь не бывали. Мы были в соседней Этрита, но в Фикам не заезжали. А зря. Расскажу вам сегодня, почему. Сейчас мы находимся в порту этого небольшого городка. Он действительно небольшой, больше, конечно, чем Этрита. Население здесь где-то примерно 20 тысяч человек. Мы сейчас прогуляемся немножко по городу, а потом я покажу вам главную достопримечательность. Сегодня замечательная погода. Здесь дышится просто великолепно. У меня повсюду гаджеты, в кармане телефон, на шее фотоаппарат, в руках камера. В общем, я готова к новым впечатлениям и готова делиться ими с вами. Часто спрашиваете, почему мы уехали из пригорода Парижа. Вот, ребята, даже слов не надо, мы уехали ради этого, чтобы дышать чистым воздухом, чтобы наши дети этим воздухом дышали, чтобы жить недалеко от моря, чтобы видеть эту красоту как можно чаще. Даже не боится, видите? Я всегда говорила, что если вам нужна перезагрузка, если вы устали, много мыслей, я не знаю, какое-то там напряжение, то вам надо обязательно приехать в Этрита. Но вы знаете, Фикам ничуть не уступает по ощущениям Этрита. И даже, ну не лучше, это другое, но здесь тоже стоит побывать. Посмотрите, какая красота. И там вдалеке виднеется пьющий воду слон, видите? Это Этрита. Красота невероятная. Ребята, приезжайте. Все покажу, все расскажу. Нормандия удивительна. Париж — это еще далеко не вся Франция. В общем, как мы узнали, там наверху можно подняться пешком, можно доехать на машине. Пешком около 20 минут подниматься довольно тяжело. Там находится обзорная площадка с самой высокой точкой на всем Алебастровом берегу. То есть оттуда открывается прекрасный вид. Но пешком мы, конечно же, подниматься не будем с коляской. На машине тоже вряд ли туда поедем. Справа это часовня, которая датируется средними веками. И в настоящий момент она закрыта. Ребятки, оставляйте любой комментарий под этим видео. И два человека, которых я выберу случайным образом, получат вот такие вот открыточки прямо из этого города. Здесь брусчатка повсюду. Но, видите, люди с чемоданами и с колясками, чтобы им было удобно
идти сделали вот такую вот мягкую практически красную дорожку. Очень продумано. Вот, ребятки, собственно, то, ради чего мы приехали. Сейчас мы обойдем с другой стороны, потому что искали, где припарковаться. Я вам все покажу. Одна из самых ярких достопримечательностей знаменитого алебастрового берега Нормандии – это, конечно же, дворец бенедиктинцев. Есть красивая легенда возникновения аббатства, о которой я, скорее всего, расскажу в своем Инстаграм. Так что переходите туда. Кстати, прошу прощения за то, что картинка иногда прыгает. Это все из-за висящего на мне Адрианчика, который время от времени болтал ножками. Издавна в монастыре святого Бенедикта создавались лекарственные эликсиры, настоянные на местных травах. Ликер бенедиктин в 1510 году изобрел монах и бывший венецианский аптекарь Дон Бернандо Винцелли. В первоначальный рецепт входило около 27 трав и специй. Бенедиктинцы изготавливали этот ликер для своих нужд. Они лечили больных и сами употребляли его ради укрепления здоровья и продления жизни. Однако этот напиток очень полюбился королю Франции Франциску I и с тех пор стал поставляться королевскому двору. В ликер бенедиктин сегодня входит порядка 75 ингредиентов. Готовят его на основе спирта, полученного из сахарной свеклы. Рецепт этого напитка строго засекречен, и поговаривают, что знают его только 3 человека. Большое вам спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну и, конечно же, оставить свой комментарий, и, возможно, именно вы получите открыточку «Привет из Франции».
Всем пока-пока!